Привет, ребята, меня зовут Вова, вы на канале Instant Studio. Сегодня я подготовил по-настоящему длинное видео. Также сегодня мы с вами распакуем мою первую консоль PlayStation 4 Slim. Также я покажу ее производительность, поиграем в игры, обсудим, я поделюсь своим впечатлением и мнением. В общем, усаживайтесь, будет интересно. Мое знакомство с видеоиграми началось в далеком 2016 году. Именно тогда я познакомился с такой платформой, как Twitch, и смотрел некоторых стримеров, таких как Айтипедия, Банановый рай. Когда выходили какие-то эксклюзивы на консоль, они проходили эти игры и делили свои мнения. Я со слюнями во рту смотрел их трансляции и тоже мечтал, что когда-нибудь наступит тот день, когда я тоже смогу играть в новинки, пройти те игры, которые проходили они, и вот, наконец-то этот день настал. У меня есть Sony PlayStation 4. На самом деле я уже играл в консоль, но это было очень давно. Тогда я пришел к своему однокласснику домой, у него была какая-то PlayStation или вторая, ну в общем очень старая, и у него была игра WWE. У него был геймпад, и он дал мне поиграть где-то минут 20-30, мы с ним вместе поиграли в рестлинг, и после этого я больше никогда к консоли не прикасался. В конце 2018 года, когда я устроился на работу и начал зарабатывать деньги, я смог себе позволить купить игровую приставку. Конечно, в этом не помогла мама, мы общими усилиями на нее сбросились, и теперь у меня есть PlayStation, а также монитор к этой приставке и несколько игр, в которые я уже играю достаточно долгое время. Решение купить приставку именно в начале 2018 года пришло ко мне спонтанно. Я думал или обновить свой iPhone, или купить игровую приставку. И я все-таки склонился ко второму варианту, потому что iPhone у меня есть, а вот в приставку я мечтал поиграть на протяжении уже долгих лет. И вот, когда я пришел в фирменный магазин Citrus, я увидел, что PlayStation продается в нескольких модификациях. Есть с вот этими тремя играми, есть с другими тремя играми, есть Pro-версия, есть Pro-версия с одной игрой, с другой игрой. В общем, я долго думал, какую же выбрать. Мне больше всего хотелось купить Slim белого цвета с двумя джойстиками, это был просто идеальный вариант, но ее не было в наличии, и была в наличии именно эта версия. Здесь мы видим God of War, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4. Игры мне нравятся, кроме God of War, потому что эта игра старая, как бы это просто перезапуск на с третьей PlayStation на четвертую. Как бы я не очень люблю такие вот игры, а вот эти две мне очень понравились, и я их с удовольствием прошел. Как мне кажется, с предысторией мы с вами закончили, и давайте же наконец-то распакуем Sony PlayStation 4 на 500 гигабайт в 2018 году. Поехали! Сейчас в моей руке находится примерно 5 килограмм абсолютного счастья. Sony PlayStation 4. Вот в таком огромном пакете я получил PlayStation. Мы с вами достаем. Я ее не распаковывал в магазине, но, как вы знаете, я не очень люблю таким заниматься. Вот здесь вы еще можете увидеть заводская пломба, и ее нужно разрезать. А поможет мне в этом канцелярский нож. Коробочка открывается вот так. И что мы здесь видим? Еще несколько коробок. Первым делом мы с вами вытаскиваем вот это чудо. Здесь находится целый набор игр. Эти игры помогут мне разобраться вообще в мире PlayStation, как правильно играть. В общем, научусь, получу навык и уже буду потом играть в дальнейшие игры. Первая игра из набора — это Horizon Zero Dawn. Вот так вот она выглядит. Это диск полностью запечатанный. Также есть Uncharted 4, вот такой диск, и еще какая-то игра, сейчас как она называется, God of War, вот такой диск. А теперь самое волнительное и самое главное, это еще одна коробка самой PlayStation. Я на самом деле смотрел несколько распаковок, и эта коробка абсолютно белая, а здесь указаны серийные данные, информация на разных языках. Так как это сертифицированная продукция, которая была легально введена в Украину, она русифицирована, то есть все тут на русском языке. Тут у нас первая книжечка, вот такая. Потом здесь у нас идет купон на игру «Это ты». Потом трехмесячная подписка в украинский, на минуточку, в украинский PlayStation Store, это очень классно. И еще одна вот такая вот информация. Дальше. В общем, провод. И HDMI, я понимаю. Да, возможно, это он. Нет.
HDMI это вот это для зарядки, и вот это для зарядки. Также наушник на одно ухо. Кстати, очень интересно, как он будет звучать. Я вряд ли буду пользоваться наушником вот такого качества, но почему бы и нет. И джойстик. Джойстик также запакован. Первый раз, когда я беру в руку джойстик. Так, выглядит он очень классно такой, да, прикольный. Нужно подтянуть, и вот. Она такая легкая, намного легче, чем сама коробка. Так, давайте распакуем. Оп. На ощупь она матовая. Логотип PlayStation, он глянцевый, а все остальное матовое. Черный цвет, очень-очень приятное. На обратной стороне тут прорезиненные логотипы PlayStation, то есть Sony. А также она еще глянцевая внутри. Кнопочка включения-выключения. Также для диска, для USB. Когда я смотрел обзоры различных блогеров, которые распаковывали PlayStation, меня всегда интересовал вопрос, почему нельзя пользоваться PlayStation вот в таком вертикальном положении? Почему нужно именно вот так вот ее ложить горизонтально, чтобы она работала? Лично мне бы хотелось, чтобы она мне стояла вот так, но теперь я понимаю, почему это невозможно, потому что диск так вставляется, все провода вот так, и если будет торчать все со всех сторон, то это будет вообще не круто. Нужно, чтобы она была все-таки в лежащем положении. Почему-то никто из блогеров никогда не распаковывал вот эти игры. Я не понимаю, почему, поэтому мне бы хотелось исправить эту ситуацию. Давайте распакуем. Первым мы с вами распакуем Uncharted, потому что эту игру я больше всего хочу. Хочу в нее поиграть. И распаковать это не так уж и легко. Снова берем нож. О. Так, открываем. И здесь такой вот диск. Лицензионный диск с Uncharted. Во. Следующая игра это Horizon Zero Dawn. Также хочу в нее поиграть, но не так сильно как в Uncharted, но тоже неплохо. Тоже распаковываем. И здесь вот такой диск. Также лицензионный. Ребята, я хочу вам рассказать о своем опыте эксплуатации PlayStation, чему я научился, поделиться своим опытом. Когда вы только покупаете консоль, первое, с чем вы сталкиваетесь, это геймпад. Он очень крутой, прям очень-очень-очень. Его хочется держать в руке, не возникает никакого дискомфорта, даже если вы играете 5 часов подряд, 6 часов, руки не болят и не устают. Когда я проходил God of War на PS4, как только вышел, я играл по 6 часов в день, и у меня руки не болели. Единственный минус, что он разряжается примерно через 4-5 часов беспрерывной работы. Заряжается это чудо примерно 2 часа, может быть 1,5, и работает 5 часов вот на одном заряде. Когда вы покупаете PlayStation, у вас в наборе идет вот такой наушник на одно ухо вместе с микрофоном. Это фирменный наушник от PlayStation. Когда я первый раз его увидел, я подумал, зачем он мне нужен, я точно им не буду пользоваться. Как выяснилось, чтобы говорить с другими игроками и играть с ними в игру, нужен микрофон. Если у вас есть другие наушники, скажем, AirPods, то они не подойдут вам, потому что микрофон будет работать только с наушником от PlayStation. На этот наушник можно вывести звук, на этот тоже можно, но на этот наушник нельзя вывести микрофон. Его можно вывести только на этот наушник, поэтому он все-таки полезен. Так как я купил себе монитор и PlayStation, у меня нету системного блока, нету компьютера, потому что мне это не нужно. И я столкнулся с тем, что в мониторе нету колонок, и я не знал, как вывести звук. Я подсоединил наушник к монитору и сидел на вот таком расстоянии примерно несколько дней. Потом я посмотрел видеообзоры и уже вот так вот пользоваться. Это намного удобнее. Монитор может находиться в одной части квартиры, вы можете быть в другой части квартиры и играть по беспроводным технологиям. Это очень удобно. А еще вы можете общаться с другими игроками, слушать музыку. В общем, круто. Когда вы будете покупать PlayStation, вы должны понимать, что консоль это не только место, где вы сможете играть в игры различной сложности. Вы сможете скачать различные приложения, начиная от YouTube, заканчивая Амедиатекой, Иви, Мегого, и смотреть любимые фильмы и сериалы тут.
То есть консоль становится телевизором. Я уверен, что почти каждый второй стыкался со слухом перед покупкой PlayStation, что она греется, шумит, что с ней работать неудобно, она постоянно будет издавать странные звуки. В общем, хочу вас переубедить и сказать, что это совершенно не так. Возможно, она все-таки чуть-чуть греется, если вы играете в серьезные игры, такие как GTA, Battlefield, Ведьмак. Но если вы играете в какие-то, ну, не очень энергозатратные игрушки, то тогда она греться особо не будет. Насчет шума, когда я играю в наушниках, шум не слышен. Когда я снимаю наушники, тоже не слышно. У меня консоль уже 4 месяца, и за это время она не шумела и почти не грелась. Но для того, чтобы себя обезопасить, я придумал вот такой способ. Я уверен, что каждый из вас пьет воду, и у вас остаются крышки из-под бутылок воды. Желательно, чтобы все крышки были одного размера, и их потребуется целых 4 штуки. Ставим их на стол в квадратик. Одинаковый промежуток создаем, и на них устанавливаем PlayStation. Как мы знаем, PlayStation греется снизу, и чтобы там была прослойка воздуха, и чтобы она сильно не нагревалась, желательно установить ее на какой-то постамент. В моем случае это крышки, примерно 1.5 сантиметра над уровнем стола. Туда попадает воздух, и она не успевает нагреваться, потому что воздух ее обдает со всех сторон. Также установите ее в 20 сантиметрах от всего, что может быть вокруг. То есть 2 сантиметра от стены, от монитора, от еще чего-то. В общем, 20 сантиметров вокруг нее не должно ничего быть, чтобы воздух мог идеально циркулировать и не оставаться внутри самой консоли. После того, как вы привыкли к геймпаду, повертели, им уже, в общем, присвоились, следующее, с чем вы сталкиваетесь, это игры. Во что играть на PlayStation? Как вы знаете, сама PlayStation стоит недорого относительно полноценного настольного ПК-компьютера. Поэтому PlayStation делает ставку на игры, а не на саму стоимость железа. Поэтому игры на PlayStation очень дорогие. Они примерно по 60-70 евро за новинку. То есть у вас есть два варианта. Первый – это покупать игры в онлайн-магазине PS Store, где вы не сможете ее вернуть, обменять. В общем, вы ее покупаете, она ваша на всю жизнь. Вы тратите 1500-2000 гривен. Теперь уже цены поднялись, и за новинку, скажем, Red Dead Redemption 2 вам придется отвалить 2200. Это примерно 4500 рублей за одну игрушку. Поэтому покупать ее здесь я не вижу никакого смысла, потому что существует второй более лояльный вариант. Вы можете купить диск. Диски появляются в магазине сразу же с релизом игры. Например, здесь она выходит 20 числа, и в магазинах на дисках тоже 20 числа вы можете пойти и купить себе игрушку уже на диске вот такую. Когда вы покупаете эту игрушку, вы приходите домой, вставляете ее в консоль, играете, проходите, она начинает надоедать, и вы ее продаете на различных сайтах. Вы сможете продать этот диск и потерять, ну, может быть, гривен 200, то есть 400 рублей. Это, мне кажется, нормальный вариант в том плане, что вы проходите игру, она вам надоедает, вы ее продаете и получаете свои деньги обратно. Сейчас будет осень, а осенью выходит очень много игр, начиная от Человека-паука, Fallout, Red Dead Redemption 2 и другие интересные игры, как Lara Croft. Ну и что там еще, я уже позабыл. Поэтому я настоятельно вам рекомендую покупать игры именно на дисках, потому что их вы можете пройти, продать и вернуть свои деньги. Я уже пользуюсь PlayStation 4 месяца. За это время у меня сформировалось мое мнение по поводу игр. Сейчас я вам расскажу, какие игры мне нравятся, во что я люблю играть. Моя консоль на 500 гигабайт. На ней установлена. У меня наконец-то появилась GTA. Я считаю, что GTA является must-have'ом любого консольщика или ПК-геймера, потому что эта игра должна быть у всех людей, которые любят игры. GTA это самая популярная игра в мире, и очевидно, что она есть у всех, и все в нее играют. Horizon Zero Dawn я считаю лучшей игрой на PlayStation. Это моя самая любимая игра. Она моя номер один. И мне она так сильно понравилась, что я прошел ее на 65%. Вот недавно купил себе дополнение, прохожу его. Игра очень красивая,
классно проработанная. Я очень жду новую игру от этой студии. Ее уже анонсируют несколько лет. Возможно, в следующем году выйдет. Один из нас, то есть Last of Us, считается лучшей игрой на PlayStation, когда-либо созданная. То есть игра Last of Us, один из нас, является таким же must-have'ом, как и GTA 5. Ее нету на ПК, потому что это эксклюзив PlayStation. Скоро выйдет вторая часть, я сейчас потихоньку прохожу первую. Я, когда ее только купил, я сразу удивился, божечки, какое ужасное качество, как все сложно. В общем, игра мне совершенно не понравилась. Но когда я поиграл в эту игру чуть дольше, я проникся сюжетом, и правда, она очень хорошая, правда, чуть-чуть устарела, но игра классная, советую в нее поиграть, тем более скоро выйдет продолжение. Если вы фанат Call of Duty, то эта игра тоже ваш вариант. Мне нравится здесь онлайн-режим. Я не могу проходить, как она называется, сюжетную линию, потому что я вообще не понимаю, что там и как. Сейчас эта игра в PS Store бесплатная. Вы можете ее купить по подписке и играть в нее. Я играю с людьми и получаю удовольствие. Beyond Two Souls — это интерактивное кино. Я люблю такие игры, которые именно игры, а не стрелялки, какие-то головоломки. Люблю просто проходить, вникать в сюжет. Вот Beyond Two Souls — то, что нужно. Она также была по подписке PS Plus, поэтому я ее скачал и играю. Игра God of War — это моя первая игра, которая вышла с того момента, как у меня появилась PlayStation. Я ее купил в первый же день, и где-то за 4 дня усердной игры в нее я прошел ее на 82%, и после чего я ее продал, и на эти деньги я купил себе Horizon Zero Dawn, уже вот эту вот версию, которая улучшенная. Ну и последняя игра у меня, вот Horizon, которую я играл до того, как купил эту. Вот, я еще хочу себе купить Battlefield 1. Это игра про войну, то есть нужно стрелять, учить историю, тоже должно быть интересно. Конечно, как и все, я жду Spider-Man, который выйдет 7 сентября, ну и так далее. Ребята, в этом видео я хотел вам рассказать о своем опыте эксплуатации PlayStation, чему я научился, в какие игры я играю, мы с вами ее распаковали, и я рассказал свое мнение касательно консоли. Стоит ли ее покупать в 2018 году? Я скажу, что да, она совершенно не тормозит, не греется, не шумит. Это идеальный вариант для тех, кто хочет играть в современные, в новые игры и не тратить много. То есть вы покупаете консоль за 11 500 гривен, вы покупаете игры по 2000, проходите их, продаете, постоянный обмен, то есть вам потребуется 14 000, чтобы играть новые игры, купить консоль, ну еще примерно 6 000, чтобы купить монитор, то есть получается это 19 000 гривен, то есть 40 000 рублей, и у вас есть все вот это. Надеюсь, мое видео вам стало чем-то полезным. Если это так, то поддержите его пальцем вверх. Напишите в комментарии ваше мнение по поводу моего видеоролика, а также насчет PlayStation, пользуетесь ли вы консолью или предпочитаете ПК. С вами на протяжении этого видео был я, Вова Гура. Совсем скоро увидимся. До скорых встреч. Пока-пока.